что, испугались со мной соревноваться?» «Ха-ха-ха, очень смешно. У нас было срочное дело». «Завтрак?» «С чего ты взял?» «Дедуктивный метод и крошки на твоем пиджаке». «Ладно, пора браться за дело». «Верно. Итак, для начала остановите вон ту машину. Включайте сирену и маячок и подъезжайте поближе. Пусть съедет на обочину и остановится. Допросите водителя и отпустите. Потом я сообщу вам, что делать дальше». «Хорошо, начинаем». «Теперь сирену и маячок не включайте, на него это не подействует. Во время погони стукните его несколько раз. Это многих убеждает сдаться». «Кажется, ваша доброта его не тронула. Оттолкните в сторону заднюю часть его машины и выезжайте вперед!» «Возвращайтесь к точке сбора.